Всем привет! В прошлом видео рассказывал, как сделать простейшую оснастку для фидерной ловли, а именно InLight. Кто не смотрел, ссылочка на видео будет в конце ролика. И, как и обещал, короткий ролик о том, как улучшить InLight на тот случай, если мы будем рыбачить на водоеме с заилистым дном. Для этого нам потребуется, как и в прошлый раз, кормушка, верклюшок с застежкой, стопорки, разумеется, основной шнур и поводочек с крючком. Добавляем еще один вертлюжок и кусочек шнура, либо, может быть, старые лески. Все, что подвернется под руку. Главное, чтобы было прочное. Как это все монтируется? Берем кусочек шнура, делаем с обеих сторон петельки, на которые крепим с одной стороны вертлюжок, с другой стороны вертлюжок с застежкой. В идеале это все подготовить дома. Примерно вот так это выглядит. Если нет, монтаж на водоеме занимает довольно мало времени и не составляет никаких проблем. Дальше, в принципе, все то же самое, как у стандартной системы InLight, скажем так. На основной шнур одеваем вертлюшок. По которому он свободно перемещается. Небольшое отличие, стопорок ставим в этот раз повыше. Чтобы была возможность сохранить плечо для кормушки, то есть на длину отвода. Все, вертлюшок у нас назад уже не проходит, стопорится. И приблизительно на длину поводка плюс длину самой кормушки. То есть мы ее пристегиваем. Оставляем своего рода хвостик. Ниже кормушки делаем петлю. Самую обычную. Небольшую для крепежа поводочка, уже с крючком. Излишек, разумеется, убираем. И уже в эту петельку крепим наш крючок с поводком. Петля в петлю, не стоит ничего изобретать. Собственно, оснастка полностью готова. При забросе, даже если кормушка у нас ушла в ил, основной шнур остается на поверхности и идеально передает чувствительность поклевки. В следующем видео покажу самую простую фидерную оснастку, а именно паттерностер, одну из моих самых любимых, так как вяжется очень быстро, прямо на водоеме, и не обязательно разбирать всю конструкцию. Ну а сейчас не забываем поставить лайк и подписаться. Всем пока!